Городские службы, начиная с сегодняшнего дня, будут спиливать голубые ели на эспланаде от Соборной площади до мемцентра. Специалисты уверяют, срок жизни деревьев истек. В природе они живут дольше, но здесь, на высоком Волжском берегу, для елей слишком много солнца и ветра. Однако переживать не стоит. Деревья заменят на точно такие же, но помоложе. Саженцы высотой 4-5 метров привезут из питомника в Казани. Кстати, пересаживать хвойные растения такой величины возможно только зимой. Ком земли будет ориентировочно метр-метр 20. Будут копаться ямы 2х2, полная замена земли. И частично будем смещать их по месту расположения на 5 метров вперед, для того, чтобы была лучше приживаемость. Та почва, которая есть под этими елями, она истощена этими деревьями, которые росли. Ком земли, который будет закрывать корни саженцев, должен быть заморожен. Работы рекомендуется вести при атмосферной температуре минус 15 градусов Цельсия. Всего будет снесена 21 ель. Замена деревьев происходит в рамках подготовки к празднованию 150-летия Владимира Ильича Ленина. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.